Hello, Mama. Hello, Mama. Мама! Hello, got it? Да, да, мистер Кэшман, да. Хорошо. А Пипита пришел? Пипита, мойщик посуды. Ну ладно, пусть Пьетро. Ну какая разница? Не пришел? А вы звонили в агентство? Нет, нет, нет. Сейчас я ничего не могу сделать. Буду к 5 часам. Да, да, да. Задерживаюсь в магазине. Настоящая давка. Сами знаете, рождественские покупки. Да, да, да. О, простите, простите. Простите. Жена звонила. Сказали, что я в магазине. Прекрасно, прекрасно. Ну, я бегу. Я бегу. А, спасибо, Гарри, спасибо. Да, буду не позже 5:30. Спасибо, спасибо. Thank you.
Не понимаю. Какого черта я торчу здесь? Входите, входите. Уже нашла. Да. Как поживаете? Отлично. И выглядите тоже отлично. У вас удивленный вид. Думали, не приду? Не был уверен, но надеялся. И я не была уверена, но пришла. Я рад. Прекрасно. Я был бы огорчен, если бы вы не пришли. А вы? Я? Да. Огорчена? Да. Нет. Ведь я бы знала, что не приду. Чего ж огорчаться? Да, конечно. Так или иначе, приветствую. Ой, бог мой, простите, я забыл ваше имя. Уже простила. Эллин Навацу. В самом деле? Полагаете, я ошиблась? Нет, мне казалось, что вас должны звать иначе. А как? Не знаю. На мой взгляд, вам больше подходит Ирен. Ирен? Да. Нет. Мне подходит Эллин Навацу. Навацу? Вы итальянка? Мистер Навацу, итальянец. Что еще вы хотите знать? Простите, я просто пытался завязать разговор. О, там туалет и кухня. А спальня? Спальни нет. Нет спальни. Нет, вот тогда. А она большая. Шик. Предпочитаете молча, без лишних слов? Простите, я потерял нить разговора. Нервничаете. Откровенно да. А вы? Откровенно нет. Прекрасно. Какой смысл нервничать обоим? Я повешу. Вы упомянули мистера Навацу, значит, вы замужем? Так считает мистер Навацу. Я считаю так, как хочу. У вас нет обручального кольца, и я подумал, что очевидно. Что такое? Что такое? Дайте мне сигаретку. Сигаретку? Аня, лучше у вас стакан воды. Ну, воду не курят. Вы заболели? Чем это я заболела? У вас ужасный кашель. Если он вам мешает, я не буду кашлять. Нет, мне он не мешает. Я думал, что он мешает вам. Если бы он мне мешал, я бы не кашляла. Дадите вы мне, наконец, сигаретку или нет? Ой, я не курю. Тогда зачем вы ощупываете карманы? Не знаю, чисто автоматически. Вы хотите сказать, что когда не можете предложить даме сигарет, то ощупываете карманы? Ну что вы, право, не понимаю, как это получилось? И в доме у вас нет сигарет? Видите ли, это не моя квартира. О, ясно. Вы ее иной раз одалживаете. Ничего подобного. По правде говоря, это квартира моей матери. Вы шутите? Нисколько. Это квартира моей матери. Она живет в ней.
и составит нам компанию? Зачем же? 2 дня в неделю она до 5 часов проводит в больнице. Все интереснее и интереснее. Понимаете, моя мама занимается благотворительностью. Ей нравится помогать несчастным. Вроде нас. У меня не было другого выхода. Разумно. Я тоже считаю, что лучше не выносить ссор из избы. Да. Ой, хотите выпить? Жажду. Простите, мне следовало предложить сразу. Виски вы пьете? А что еще у вас есть? А, в том-то и дело, что только шотландский виски. Тогда зачем вопрос? А в ресторане вы ни разу не пили, так что я решил на все захватить просто виски. А заодно и стаканчики? Да, я купил их в магазине. Хочу приобрести такие для ресторана. Неправда. Вы боялись, что испачкаете стаканчики вашей мамы, и она поймет, что здесь кто-то был. Она, знаете, очень дотошная женщина, вернется, заметит непорядок, потребует объяснений, а это сильно осложнит дело. Точно. А сколько кубиков льда вы прихватили с собой? Так далеко я не зашел. Вам нужен лед? Сейчас... Забудьте! А то нам все оставшееся время придется стирать отпечатки пальцев с холодильника. Знаете, моя мама на редкость наблюдательна. Она совершенно точно помнит, как перед ее уходом были взбиты подушки. Да? Поэтому вы поставили свои галоши на газету, вдруг мокрые следы выдадут вас, а? Я начинаю чувствовать себя дураком. Забудьте. Тайные встречи имеют свои прелести. Да-да-да. Прошу. Я бы все-таки хотел задать вам один вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Вы все время собираетесь говорить шепотом? А разве я говорю шепотом? Ну, я знаю, что это не ваш обычный голос. Я слышала, как вы орали в ресторане. Дама заказывала отварной судак, а не жареный. Вы, видимо, находите, что шепот звучит сексуально. А я нахожу, что вас трудно расслышать. Простите, простите, но в этих домах очень тонкие... Что вы делаете? В этих домах очень тонкие стены. Я опасался. Видите ли, у моей матери очень высокий, визгливый голос. А старушка из соседней квартиры не выходит из дому. И если она услышит низкие голоса, то ли сразу решит... Какой же у вас план? Какой? Вы шепчете, а я убираю квартиру и говорю высоким, визгливым голосом. Ой, никакого плана. Просто мы оба будем говорить слегка приглушенно. Есть у вас карандаш и бумага? Можем переписываться. Ну, зачем? Зачем такие крайности? Смотрите, вот я заговорю своим обычным голосом. Четко и ясно. Так лучше, да? Теперь им стало приятнее? Намного. Право, я чувствую себя идиотом. Я хочу, чтобы вы расслабились, говорили, делай все, что вам вздумается, ладно? Ладно. Между прочим, у вас очень приятная улыбка. У меня? Нет. Это не ваша улыбка? Нет. Похоже было, что она ваша. Да. То есть, спасибо. Не благодарите, улыбка ваша. Я никак не пойму, когда вы шутите, а когда говорите серьезно. Пока шучу, не обращайте внимания. Так или иначе, вам не следует делать мне комплименты. Это я обязан говорить вам приятные вещи. Не возражаю, говорите мне приятные вещи. Вы очень привлекательная женщина. Вот как. Благодарю. Вы справились лучше меня. За ваше здоровье. За ваше. Какая прелесть. Какая прелесть. Это вашу жену я видела в ресторане. Высокая блондинка в норковой шубке и сапогах в луноходах. Верно? Верно, как вы угадали. Подойти к кассе, вынуть все деньги и уйти, не сказав ни слова. Может, только или глухонемой гангстер, или жена. Она проделывает это раз в неделю. По пятницам она отвозит деньги в банк. И давно вы женаты на своем инкассаторе? А? Давно. Как давно? 5 лет? 7? 10? Сколько? 25 лет.
профессионалы. И вот настала пятница. Ваша жена со своими луноходами в банке. Благотворительница мама скатывает бинты в больнице. А вы сидите наедине с привлекательной женщиной и... Что? Что? Пустым стаканом. О, прошу прощения. Прошу прощения. А вы уверены, что вы не хотите льда? Абсолютно. Опять вы это сделали. Что я сделал? Понюхали свои пальцы. Вы их нюхаете уже третий раз. Правда? А я даже не заметил. Что это? Профессиональная болезнь? Торчите в рыбном ресторане и беспокойтесь, не пахнут ли ваши пальцы рыбой? Во всем виноваты рыбные консервы, устрицы, креветки, понимаете? Я люблю открывать их. За последние 20 лет я каждый день открываю сотни банок. Да, 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 да. Руки я тру мылом, духами, кремом для бритья, скипидаром. Вот несколько часов они в порядке. А потом около 4 дня, вот, вот, ой, простите, запах возвращается с точностью прилива. На вашем месте я бы об этом не беспокоилась. Но я хочу сказать, что это так неучтиво. Нельзя сидеть в синем костюме с привлекательной женщиной и нюхать свои пальцы. Запах пальцев беспокоит меня меньше, чем синий костюм. Вы что же, никогда ничего другого не носите? В ресторане нет. Еще отец говорил мне, что настоящий деловой человек должен всегда носить респектабельный синий костюм. Синие костюмы я ношу и летом, только из более легкой ткани. Вы меня утешили. Да? Хорошо. Благодарю вас. Как называют такого человека? Раб? Привычки, да? Я думаю, человека, как вы, называют именно так. Да? И что же, вас никогда не одолевало сумасшедшее желание надеть что-нибудь там, я не знаю, коричневую что? Спортивную куртку? Дома в шкафу у меня есть спортивные куртки. Коричневые, серые в клетку, дома в шкафу есть. Там вы их и носите дома в шкафу? Я часто ношу их. Я вовсе не такой консерватор, как вам кажется. Неправда. Вы законченный консерватор. У вас есть машина? Конечно. Бьюик. Бог мой, откуда вы знаете? Бьюик неотделим от синего костюма. Вы необыкновенная женщина, Эйлин. И так же необычно вы появились в моем ресторане. Вот раньше я вас никогда не видел. И вдруг целую неделю вы приходите каждый день. Это что, специальная рыбная диета, да? Иногда меня одолевают желания. Поесть. Посмотреть, понюхать, потрогать. Желание, которое должна тут же немедленно удовлетворить. О! Простите, не понимаю. Не понимаю. Ну, с вами я, кажется, не оберусь хлопот. А пока я желаю хотя бы выпить виски. О, простите, один момент. Эй! Что такое? Я вас снова поймала. Нет, я не нюхаю пальцы. Я посмотрел на часы. Пришло ли время нюхать пальцы? Да. Нет. Я подумала о маме. У нас еще масса времени. А который час? 4:10. А мама приходит в 5? Да. Окей. У нас есть еще 1:50. Да, 1:50, да. Итак, вы делаете первый шаг. А вы, однако, не боитесь называть вещи своими именами. Иными словами, вы не делаете первый шаг. Сделаю. Безусловно, сделаю. Я просто думаю, что сперва надо выпить виски. Ну что ж, будем жить по вашему расписанию. Послушайте, а что если божья старушка из соседней квартиры курит? Одна-две сигареты, я больше не попрошу. Вряд ли она курит. Да вы не волнуйтесь, я позвоню и скажу, что собираю сигареты для Красного Креста. И как это я не захватил сигареты? А вы не можете подождать до 5? О, забудьте, я постараюсь чаще дышать. Что вы делаете? Можно мне сказать? Мне кажется, что-то у нас сегодня не очень клеится. Что поделаешь? Жизнь состоит из подъемов и падений. Знаете, миссис Новацио... Стоп! Вы поистине... Если вы собираетесь называть меня миссис Новацио, тащите лучше с колоду карт, перекинемся для начала.
Простите, Ирен, простите. Да. На Эллен я отзываюсь охотнее. Да, 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 разумеется, Эллен. Я не понимаю, почему меня все время тянет называть вас Ирен? Вашу жену зовут Ирен? Нет, Тельма. Тельма. Ага. Вот пусть ее и беспокоит Ирен. Да, да. Дело в том, Эллен... В чем Барни? Да-да, именно Барни. Пожалуйста, зовите меня Барни. Что мне еще остается? Дело в том, Эллен... В чем Барни? Да. Чтобы очень привлекательная женщина. Благодарю, услышала. Да-да, знаю. Я уже сказал вам это в ресторане. Да-да, впервые я обратился к вам именно с этими словами. Неправда, впервые вы обратились ко мне с призывом попробовать запеченные креветки. Я имею в виду после нашего знакомства. После того, как мы заговорили на личные темы. А первой личной темой были слова «красивее не видел я пальцев в чашах моих для полоскания пальцев». Послушайте, мне казалось, что для меня не так скверно. Шероховатости, конечно, есть, но я же не Бернард Шоу. Но ведь и квартира это не мать не Бернарда Шоу. Хотя, должен признаться, я тоже пописываю. Вот как, пописываете? Ничего серьезного. Да вы кое-что читали. Боже мой, где, когда? В меню, меню. Сладчайший, сочный, свежий сик под соусом сальмит. Захватывает ритм хороший. В том-то и штука. Вполне годится. Называется аллитерацией. Вы изучали это в колледже? Нет, в колледже не было. Не было. Была армия. А после армии я сразу попал в королеву моря. Мой отец основал этот ресторан еще в 1931 году, а вырос я на заливе Шилскет. Мечтал писать для радио, мечтал о театре, но началась война. Потом умер отец, оставил мне ресторан, потом телевидение убило радио. А то, что пишу я, для телевидения не годится. Я пишу не визуально, я пишу для слуха. Видели, что я написал о Камбале? Мельком. А который час? Сейчас скажу. О, Господи. 4:20. Так, еще 10 минут угробили. Дальше что? Однако вы берете быка за рога. Послушайте, вы меня позвали сюда, чтобы переспать со мной, так или нет? Ну, нет, вроде... Да или нет? Да, да. А в 5 часов мы должны смотаться отсюда? Едва ли я высказался так резко. В котором часу мы должны покинуть помещение? В пять. Я права? Послушайте, я не отрицаю, что я имел романтические намерения. Романтические? Да. В маминой вылизанной квартире с 2 стаканчиками из магазина и мокрыми галошами на газете. Я считаю, что роман создают его участники, а не обстановка. Прекрасно сказано. Вам следует использовать это в меню. Или, может быть, переспать вы считаете непристойным выражением? Ну, то, что такого, пере... У нас проблема времени, а вы меня пичкаете рыбьими стихами. Я понимаю, что мы стоим перед проблемой времени, но существует еще проблема человеческой совместимости. Надо поговорить друг с другом, узнать друг друга. Простите, простите, может быть, мой подход вам кажется несколько старомодным. Хорошо, я человек сговорчивый. Попробую взглянуть на дело с ваших позиций. Для чего вы пожелали встретиться со мной, мистер Кэшман? Ах, Эллен, не надо так. Я подумал, что вам интересно будет узнать обо мне больше, чем вы знали, придя сюда 10 минут назад. 20 минут Хорошо, назад. Пусть так, 20 минут назад. Я был владельцем ресторана, любовавшимся вашими пальцами. А вы привлекательной женщиной, имеющей пристрастие к рыбе. Я сойду с ума. Вы сами написали мне адрес на обратной стороне счета суммой в $10.80. Или я, быть может, не поняла вас? У меня муж тяжеловес, он переломает мне руки и ноги, если поймает здесь. А вы мне тут рассказываете байки о вашем светлом, счастливом детстве у залива Шелсхед. Вот если бы мы с вами проводили 2 недели на курорте, я бы с наслаждением рассматривал цветные снимки ваших гланд. При чем тут гланды? Я же сказал вам, что у меня не было другого выхода. Мотель казался мне таким затасканным местом встречи. А ваш счет я бы сам оплатил с радостью. Но моя кассирша любит совать нос куда не следует. И пронюхав, что я плачу за даму... Забудьте. Вы человек отважный. Не побоялись бросить мне в суфле лишнюю креветку. Не понимаю, почему у нас вдруг все пошло наперекосяк? Я тоже не совсем понимаю, для чего здесь торчит бутылка? Или вы собираетесь сделать из нее лампу? Как для чего? Вы уже успели выпить свой виски? Нет, он испарился. Вижу. Эллен. Эллен, можно задать вам один вопрос? Да. Что да? Не волнуйтесь, все уже было и не раз.
Я вас хотел спросить о другом. Давайте будем считать, что этот ответ вы получили бесплатно. Так о чем вы хотели спросить? Я еще не переварил ваш ответ. Вы хотите сказать, что в других случаях вы не отказывались? Нет, не отказывалась ни в других случаях, ни в других местах, ни с другими мужчинами. Но если это вас утешит, то владельцев рыбных ресторанов у меня еще не было. Так что в этом отношении можете считать меня девственницей. А себя моим первым мужчиной. Выходит, вы не очень счастливы с мистером Навацо. Вам так? Что за дело? Счастливее я нет с мистером Навацо. Простите. Я пришла сюда не перевоспитываться. Достаточно того, что вы заставили меня бросить курить. Простите, это меня действительно не касается. Не лезьте в мою интимную вопрос жизнь. Вопрос исчерпан. А что вы хотели спросить? Спросить? Когда? Раньше. Видите ли, мне было интересно знать... Ну, в общем, я сказал вам, что вы привлекательная женщина. Знаю, я уже говорил вам. Иными словами, я знаю, почему пригласил вас сюда. Неужели? А вы пришли. Никак не могу собраться с силами и сказать. Мне подождать на кухне? Да. Нет, зачем? Я нравлюсь вам. Безумно. Нет. Правда? Сейчас нравитесь. Что значит сейчас? Вы хотите сказать, что завтра могу перестать вам нравиться? Завтра? Я имею в виду ближайшие 15 минут. Меня хватает только на короткие дистанции. Значит, каждый день приносит перемены? Да. К вечеру меня уже может тошнить от вида трески. Я говорю не о рыбе, я говорю о людях. Я тоже. Крайне огорчительно. Да что вы говорите? Вы так считаете? Да, считаю. Я нахожу это огорчительным, очень печальным. Ваше непостоянство по отношению к людям. Переживете. Да. А теперь позвольте я задам вам вопрос. Пожалуйста. Вы пригласили меня сюда ради научных исследований? Пишите книгу «Интимные секреты любительниц рыбы». Может быть, у вас в конфетнице спрятан микрофон и крутится пленка? Простите, но я не поспеваю за вами. То мы ведем милый разговор, то вы набрасываетесь на меня. Все было на высшем уровне, мистер Кэшман. Я уже не помню, когда так упоительно проводила время. Никто щедрее вас не наливает виски. Никто не убирает квартиру лучше вашей мамы. Пока. Куда вы? На улицу искать окурки. А затем домой. Не беспокойтесь, никто не заметит, как я покину здание. Я буду пятиться задом. А что такого я сказал? Почему вы так расстроились? Вас я огорчен. Хватило наглости позвать меня в эту паршивую меблирашку. Напялили на себя добротный синий костюм. Безостановочно нюхаете свои пальцы. Ну, еще ладно. Смеете что-то говорить. Эльн, присядьте. Дайте мне сказать, дайте мне. Вы уже проговорили половину отпущенного нам времени? Оставшееся идет на то, чтобы стереть губную помаду, сбить подушки и смотаться отсюда. Говорите потише. Мистер Кэшман привел потаскуху! Ну зачем это? Квартиру своей матери. Вы старый тип. Я рискую получить пулю в лоб, а не могу добиться одной паршивой сигареты. Вот. Опять кашель. Вот сейчас принесу воды. Вот. У вас легкие не в порядке. Вы не пробовали спать с ингалятором? Нет. Нет? Но не беспокойтесь, придет и его черед. Я не хочу сгущать краски, но у вас очень хороший кашель. Вы были у доктора? Мои легкие в полном порядке. Усвоили? Усвоил. Вы не хотите воды? Нет. Сохраните ее на память об этом незабываемом дне. Бог мой, кажется, я все завалил. Если напрямик завалили. Я сожалею, страшно сожалею. Я уверен, что у вас нашлось более интересное занятие, чем разговоры со мной. Ничего, если потороплюсь, еще успею попасть на второй сеанс в планетарий. Куда? Да не смотрите так скорбно. Терпеть не могу скорбящих 45-летних мужчин. Вы мне даете 45? Попала в яблочко. На самом деле вы выглядите еще юнцом из колледжа. 21-22, не больше. Ну что вы. Тем не менее, я польщен. Ведь мне 50. Во!
Не ожидали? Вы счастье, что вовремя села, а то бы упала. Вы все еще расстроены? Нет, я не расстроена, я не огорчена. Просто все это мне смертельно надоело. Ну ничего, никто не пострадал, все живы. В самом худшем случае я буду получать теперь наравне со всеми 4 креветки. Ага. Прощайте, мистер Кэшман. Нет. Это были лучшие 30 минут моей жизни. Нет, пожалуйста, не уходите. Не огорчайтесь, с каждым может случиться. Эллен, знаете, чего я хочу? Все равно у вас не выйдет. Я хочу, чтобы вы ушли, закрыли за собой дверь, а потом позвонили и снова вернулись. Я хочу начать все сначала. А? Соловьи, такова жизнь. Прощайте, нет, барни. Нет, нет, Эллен, не уходите. Я проходила мимо и решила заглянуть на минутку. Ой. Ой. О, черт вас возьми! Простите, простите. Вы не ошиблись? Губа. Пригусила губу, будь она проклята. Простите, 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 простите. Ой, если уж вы хотели повалить меня на диван, то хоть бы предупредить, черт вас. Я не хотел повалить вас. Я страшно сожалею. Покажите губу. Губа как губа. Ой. Разрешите, я сделаю холодную примочку. О, до свадьбы заживет. Заживет? Дайте мне лучше носовой платок. Идиот неуклюжий. Зачем я так крепко поцеловал вас? Это был сногсшибательный поцелуй. Да? Немного неожиданный, правда, но дивный. Помогите мне встать. Пожалуйста. Может, переложить лед, а? Давайте лед приложим. О, боже, зачем нам лед? Ваше внимание его вполне заменяет. Да? Ну, все? Все. Крови больше все. Нет? Хорошо, хорошо. Возьмите платок. Да. Не забудьте сжечь на всякий случай. Зачем? Да-да. Капельку виски. Море виски. Прошу. Пожалуйста. Ай, боже, уже успели упаковать стаканчики.
А пол пропылесосить тоже успели? Растяпа, а? Недотёпа. Чемпион растяп. Вот кто я. Я вас умоляю, не раскаивайтесь. Это были наши лучшие полторы минуты. Я не из тех, кто осуждает порывы страсти. Да, не подвинись так, а я бы свалился на вас и повредил вам спину. Вот в чем. Боже, какая прелесть. Ну-ка, может быть, попробуем еще раз, а? Значит, вы просили меня? Вы потрясающая женщина, Эллен. Никогда не видел, чтобы человека так молниеносно менялись настроения. Особый талант котируется не так высоко, как чечетка, но и черт с ним. Вот, вам нравится казаться грубее, чем вы есть на самом деле. Зачем это? Зачем? Так, держу пари, вы сейчас возьмете мою руку. Угадали? Угадали? О. А разве вам неприятно, когда мужчина держит вашу руку? Зависит от того, что он делает другой. А. Вот хотел бы я разгадать вас. Хотел бы знать, о чем вы сейчас думаете. Так, я надеюсь, мы не погрузимся снова в разговорную стихию, да еще без сигарет. Эллен, 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 а? Мне бы хотелось знать, какой вы были в юности? Толстый и прыщавый. Неужели вы даже трубку не курите? Бог мой, только об этом вы и думаете. Но неужели сейчас это самое главное? Неужели вам ничего не хочется, кроме вонючих паршивых сигарет? А вы можете предложить мне что-нибудь более приятное? Я пытаюсь разговаривать с вами, пытаюсь познать вашу человеческую сущность. Что в этом плохого? Скажите, что вам... Ничего, если бы вам не нужно было уматывать отсюда. Вам нужны были сведения обо мне, дай бы мне анкету еще в ресторане. Я бы заполнила и все дела. Хорошо, скажите правду, чистую правду. Вы бы себя чувствовали счастливее, если бы я накинулся на вас, сорвал с вас платье и начал лапать. Вот. Ни здравствуйте, ни нежного слова, ничего. Чисто физический животный акт. Это вы предпочитаете? Для начала неплохо. Но если вам нужно только это, я, безусловно, могу соответствовать. Я хочу сказать, что здесь нет проблем. Боже мой, нет так нет. Вам видней? Повторяю, никаких проблем нет. В чем у нас тогда проблема? Повторяю, никаких проблем нет. И быть не может. Впрочем, есть. Я нахожу это слишком грубым. Поскольку мы не знаем друг друга, я хотел завязать знакомство хотя бы, о господи, хотя бы на основе взаимного уважения. Барни, вы мне не по зубам. Позвольте, я налью сама, обещаю не превысить норму. Эйден, может ли вы что так холодный, как кажетесь? Да. Надеваю перчатки, чтобы снять белье. Вызывающие, умные, холодные. Вы ни на минуту не позволяете себе быть искренне и честным. Я дам вам один бесплатный совет, чтобы день этот не оказался начисто списанным. Вам нужна вечная любовь и романтика. Берите гитару и дуйте в Испанию. А теперь я пошла, я сыта по горло. Холодные, грубые, бездушные. Вы будете иметь дело с моим адвокатом за оскорбление словом. Где меня найти, вы знаете. Простите, я не должен был так говорить. Но жить с такими взглядами страшно. Простила. Тоскливо и недостойно. Ах, вот вы это... лицемер! Сукин сын! Ну. Ханжа, вонючка! Ну ладно. Да кто вы такой, чтобы учить меня жизни, а? Что бы вы хотели, чтобы я пришла сюда с охами, ахами и сисюканьями? Ах, мистер Кэшман, не прикасайтесь ко мне, я замужняя женщина. Так, да? Вот тогда бы вы меня уважали. Восхищались бы мной, а в минуту блаженства, чего доброго, признались бы мне в любви. А ведь вы чертовски хорошо знаете, что завтра в ресторане, открывая очередную банку с креветками, вы бы молили Бога, чтоб я не попадалась вам больше на глаза. Хотите, скажу больше? Так оно и быть должно. Уж простите за откровенное циничное признание. Да, я люблю физическую близость. Это меня согревает, стимулирует. Я наконец-то вспоминаю, что я женщина. За этим я и пришла сюда. На это вы и рассчитывали. Только не рассказывайте мне байки вроде того, когда мне было 9 лет, моя мать сбежала с мясником, и с тех пор я ищу человека, который бы меня полюбил. Я ваших проблем не знаю, они меня не интересуют. Оставьте, пожалуйста, своих сладчайших, сочных, свежих для другого случая. В этом мире никто ни о чем и ни о ком не думает, кроме себя. Это единственный путь сохранить разум. Хотите получить копию моей речи, пошлите конверт с обратным адресом и доллар в нем.
Пожалуйста, не уходите. Пустите. Скоро 6, а в 6 я должна кормить своего льва. Но я не хочу, чтобы вы так ушли. Вы должны выслушать меня. Останьтесь хоть на 5 минут. Пустите. Вы можете сделать? Не теряйте попусту времени. Мы с вами несовместимы. Вам нужна томная дама, а мне пачка сигарет. Ну что же, я вынужден запереть вас, то запру. Вы видели, как я открываю банки? И знаете, что я сильнее вас. Какая прелесть. У нас остается на каких-то 40 минут, а вы наконец-то начинаете демонстрировать свою мужскую силу. Присядьте, пожалуйста. Я прошу вежливо. Присядьте. Пожалуйста. Хотите привести меня в бешенство? Толкните. Сидеть! Ни слова! Ни кашля! Ни вздоха! Сидите и держите язык за зубами, пока я не разрешу вам уйти. Я, черт побери, намерен получить ваше безраздельное внимание, раз уж не получил ничего другого. Извините. Едва ли я удивлю вас, если скажу вам, что вы моя первая преднамеренная попытка нарушить супружескую верность. За 25 лет семейной жизни я ни разу даже не поцеловал другую женщину. За 25 лет. Что? Да. Я женился на своей первой школьной любви. Верите или нет? В 25 лет. Ухаживаю за ней 16. А как вы думаете, сколько женщин я знал до женитьбы? Одну. Когда мне исполнилось 18, брат свел меня в публичный дом. Там я провел полчаса с 44-летней женщиной, которая встретила меня лежа в постели в голом виде, но с газетой в руках. Стоило мне это $7, и целую ночь меня рвало. Я не курю, не играю в карты. И сегодня вы за полчаса выпили больше, чем я за всю жизнь. Я ни разу не попал в автомобильную аварию, ни разу не подрался, не сломал ни одной кости. И температура у меня ни разу не поднималась выше 37. Жизнь была не только милостива ко мне, она просто обошла меня стороной. У меня 3 детей. Каким образом? Таким! Я люблю их. Дом, который я нажил тяжким трудом. И жена, в которой нет ничего необыкновенного. Ее не назовешь привлекательной, волнующей женщиной. Но она добра, заботлива, предана. Я люблю ее. Так почему же после 25 лет счастливой супружеской жизни я пишу мамин адрес на обороте счета, покупаю бутылку виски с 2 стаканами и молю Бога, чтобы меня на этом не поймали? Почему? 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 Я вам скажу, почему. Мне 50 лет, и представьте, я впервые подумал о смерти. Мысль о смерти стала частью моей жизни. Каждый день я читаю некрологи и радуюсь, не обнаружив их своего имени. Но ведь смерть неизбежна. Когда-нибудь она придет, да? И, возможно, раньше, чем ты ее ожидаешь. Вот. Я и спрашиваю себя. Что ты взяла от жизни, Барни? Ты прожил 50 лет. Но как? И знаете мой ответ? Да никак. Прилично. Общий итог моего существования всего лишь прилично. Я сойду в могилу, прожив приличную жизнь. И похороны мои будут приличными. И похоронят в приличном синем костюме. Жена будет оплакивать меня и ходить в трауре. А через полгода выйдет за другого приличного человека. И, может быть, даже отдаст ему мою коричневую спортивную куртку. И я не осуждаю ее. Я не осуждаю. Что поделаешь? Жизнь должна продолжаться. Но пока она продолжается, не следует ей быть лучше,
чем просто приличный. Ведь помимо того, что ты каждый день в 11 утра открываешь ресторан, должно существовать что-то лучшее. Вот, 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 вот и я и хотел испытать это лучшее с другой женщиной. Вот как это бывает. Понравлюсь ли я ей? Понравится ли мне ее прикосновение? Тысяча вопросов, на которые я так и не получу ответа, если мое имя завтра появится в траурной рамке. Вот я и решил хоть раз в жизни дать себе волю. Знаю, знаю, что это недостойное по отношению к жене, да? Да? Позволено себе подобное удовольствие, я бы никогда не просил ее. Я начал разглядывать женщин. Поверьте, в мои намерения входило всего одна встреча. Один день радости. И все. Но поскольку я разрешил себе всего один день, то хотел бы, чтобы мне запомнился на всю жизнь. Стал выдающимся событием. Никакой дешевки. Никакой пошлости. А потом я опять каждый день в 11 утра буду открывать ресторан, но уже сознанием того, что на одно короткое мгновение я изменил рисунок своей жизни. И один раз я не просто существовал, а жил. Жил, понимаете? Жил. Да. Я чуть не расплакалась в середине вашего признания. Но побоялась замочить мамин ковер. Я надеялся, что вы поймете, но не верю в это. Да нет, послушайте, все было крайне занимательно. Я слушала с наслаждением. Есть, однако, некоторые причины, по которым я не могла сочувствовать герою. Во-первых, не исключено, что это 44-летняя женщина из публичного дома с газетой в руках была моей матерью. Теперь вы имеете представление о моей родословной. Во-вторых, любой мужчина, который хочет получить упоительный, памятный день чистой любви с женщиной, которую он подцепил в рыбном ресторане, либо сексуально недоразвит, либо законченный идиот. И в-третьих, жалобами по поводу неизбежной смерти никого не удивишь. Все это давным-давно сказано и написано. Все мы умираем, мистер Кэшман. Лично я умерла уже полгода тому назад. А сейчас только заканчиваю кое-какие дела. Мы с вами, Барни, загубили один из немногих дней, отпущенных нам в этой жизни. Но я не виню вас. Я сама виновата. Так мне и надо. Одолели меня желание съесть бифштекс с картошкой. Я бы сейчас сидела на коленях какого-нибудь мясника. Ирландцы, и развлекалась на всю катушку. Ти-ля-ви, такова жизнь. Прощайте, барни. Желаю удачи в погоне за несбыточной мечтой. Гаррит? Мистер Кэшман, да.
Мойщик появился. Ага. Позвоните еще раз в агентство. Минут через 20 буду. Нет. Нет, ничего не приобрел. Бывает и такое. Скоро увидимся. Никогда не повторится. Никогда, никогда, никогда.